Как отметила Вера Щербина, Хасанский округ был выбран не случайно. Это уникальная территория для развития отдыха и туризма. Но между тем, здесь должны быть оздоровительные центры для детей всего Дальневосточного федерального округа. Такую задачу ставит президент России Владимир Путин. Председатель правительства Республики Саха, Якутия, Андрей Тарасенко поблагодарил команду Приморского края, участвовавшую в проработке данного проекта. Он также отметил, что необходимо наладить товарооборот, чтобы в Приморье были предоставлены якутские дикоросы, рыба, ювелирные украшения. Из Якутска во Владивосток будет ходить полноценный пассажирский поезд. Сейчас прорабатывается вопрос об увеличении авиарейсов, передаче двух катамаранов для развития внутреннего туризма. Проект интересный. Я думаю, что оживит жизнь в Хасанском районе, потому что на 1500 человек. Плюс мы с председателем правительства Республики Саха-Якутия Тарасенко Андреем Владимировичем переговорили, будет задействован катамаран, который будет ходить с Славянка в Владивосток. Поток отдыхающих – это развитие, это вообще хорошее дело. Планируемый объем инвестиций – около 5 миллиардов рублей. Будет создано 100 новых рабочих мест. Ежегодно в центре смогут проходить профилактику здоровья 1000 школьников Якутии.